Радость моя, не имейте никакого сомнения, чтобы Господь Бог не исполнил ваших прошений, лишь бы только они или к славе Божьей, или к пользам и назиданию ближних относились. Но если бы даже и для собственной вашей нужды или пользы, или выгоды вам что-либо было нужно, и это даже все благопослушно Господь Бог изволит послать вам. Только бы в том крайняя нужда и необходимость настояла, ибо любит Господь любящих Его. Одного опасайтесь, чтобы не просить у Господа того, в чем не будете иметь крайней нужды. Не откажет Господь человеку за его православную веру во Христа Спасителя, однако взыщет с него, зачем он тревожил его без особой нужды, просил у него того, без чего мог бы весьма удобно обойтись».